Высший пилотаж экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку самолетов в воздухе. Об этом в Министерстве обороны сообщили во вторник. Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности. Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 до 6 тысяч метров со скоростью воздушных судов около 600 км в час. В тренировочных мероприятиях участвовало около 10 летных экипажей, которые выполняли задания днем и ночью, одиночные в составе пары. Дозаправка авиатехники с самолета топливозаправщика Ил-78 является сложнейшим элементом летной подготовки, который периодически выполняется с целью тренировки экипажа, уточнили в Минобороны.